Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Внимание! 1 декабря 2021 года срок уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2020 год. Выгруженные в личный кабинет налоговые уведомления не дублируются почтовым отправлением. В случае неполучения уведомления вам следует обратиться в любой налоговый орган. Просьба оплатить налоги своевременно. Требуется няня с педагогическим образованием и опытом работы более 3 лет. Телефон 23-01-61. Предприятию «Комсервис» требуются сезонные сотрудники на период с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года, а именно водители грузового автомобиля, тракторист, машинисты гидроподъемника, автогрейдера, экскаватора, водитель погрузчика, а также требуется на постоянную должность электрогазосварщик, техник ПТО, секретарь. Официальное трудоустройство, соцпакет. Обращаться в Оренбурге по адресу улица Терешковой, 154, телефон 61-52-21. Предприятию «Оренбурггазтранс» срочно требуются водители автобуса, крана автомобильного 7-го разряда, машинист экскаватора, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по топливной аппаратуре автомобиля, слесарь-ремонтник, мастер слесарных работ, автомаляр, токарь. Обращаться по телефону 73 20 85. Требуется продавец и пекарь. Телефоны 60 40 42 или 26 04 61. В управляющую компанию требуется дворник, слесарь, телефон 8 987 346 7202. В вагон-ресторан требуется рабочий и повар, работа от Москвы, вахта, телефон 8 937 492 0953. Требуются автомойщики с опытом работы. Телефон 8 922 858 18 00. Требуются автослесари, моторист, тракторист на мини-погрузчик, перемотчик электродвигателей, рабочий на производство железобетонных изделий. Звонить 8 961 929 4902. Требуется водитель с категории Е. Телефоны 23 26 61 или 42 63 31. Срочно требуются охранники. Телефон 8 903 398 12 48. На улице Салмышскую, 41, требуются уборщицы. Обращаться по телефону 8 922 536 82 83. Требуются сотрудники вахтовым методом. Высокая заработная плата. Телефон 8 983 265 69 20. Звоните. В городе Орске требуются лицензированные охранники. Обращаться по телефону 8 903 398 0105. Требуется оператор ПК, диспетчер, повара, мойщики посуды, официанты, изготовители полуфабрикатов, грузчики, комплектовщики, соцпакет. Телефон 32 83 46. Требуются сварщики. Звонить по телефону 42 49 89. Требуются лицензированные охранники. Телефон 90 83 29. Требуется водитель с личным автомобилем «Газель» на разос продуктов питания по городу. Обращаться по телефону 8 953 456 51 17.
телекомпанию требуется видеооператор, оформление по Трудовому кодексу, заработная плата по результатам собеседования, резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Требуются охранники в город Оренбург и на вахту. Звонить 8-903-398-0105. В телерадиокомпанию требуется звукорежиссер с опытом работы. Оформление по Трудовому кодексу. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Смотрите видеоблокнот на нашем сайте ort-tv.ru.